про. Выбирай, не торопись. Не ошибись с выбором. Не сворачивай со своего пути.
время деньги, друг. Расставил тут. Угу. Лок. Заманить. Лок. Лок не тут. Надо, может, успеет долететь. Рановато, рыба. Я подождите, еще лечу. Ну-ка вкратце по третьей фазе. Возле стены не стоять, потому что там какой-то ледяной дождь летит. Рядом не стоять, угу. Чтобы цепнуха не убила. Рядом друг с другом, в смысле. Угу. Да, ну. И а все. Еще. А вот по кругу. Вот столбиков ничего не это. Не летят, как дождь летят. А, ну там нормально. Столб заряжает столб. Босса также во всех сложностях. Лок, шкаф. Присутствие. Кушаем рыбу. Все здесь. Бафы проверяем. Так, Хант, как и договаривались, когда спрыгиваете, даешь листик. Все. Рунический свиток. А что, саппорт убить? Нет, нам нужен будет ДПС. Все, все готово? Да. Давайте еще разок, чтобы все прям приготовились. Все готовы. Я там стоять не буду, блять, мне сало дают из танка, когда. Где стоять там? С вами. Вы дохнете. Хорошо. Налево, налево. Прислужникам в первую очередь сыграть направо. Налево.
шоу играйте. Помогите пробудителю еще одну. Завоевателя. Ну я хуй знает, бля, что-то духу еще. Ладно. Этот пробудитель долго простоял, похилил походу там кого-то у вас. Их двое было просто. Все, не хиль. Нет, не танком. Что, танка надо или что? Нет, нет, нет. Надо, короче, знаешь, этот с Димон. Надо будет это метки делать. Сейчас мы как раз где-то там был. Я даю ему метку, ты даешь туда сап. Заливаем, потом добиваем сапнута. Если два проводителя. Потому что это не дело. Меч наполовину в пол пропадает, блять, у тебя. Ну, череп будет появляться. Череп сапаешь. Играем во второго тогда. А ты попробуй этот. Подрубить, что ли, неистовство расставил? И то могу что-то, блядь, заебывать. Ну, кстати, как варик. Ну, я говорю вам распределяться, чтобы по одному, по двум оба виселось. Один пачка. Всем, все готовы, погнали? Погнали. Стандал, что ли? Угу. Незваные гости! Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где кто я? Кто мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Право. Не отступать! Уничтожить их! Вот этого сапа? А, хер да. Значит, играем в чай. Будем играть только стыд. Подхиливаю.
Ну, поднимитесь, пройдите дальше. Пускай он тоже поднимется. Вот, следующая проводитель. Мак, ну вот зачем грыжу пройти дальше, чтобы он поднялся, чтобы я его смог сагрить. Так, все, у нас конец. Сука, их трое было, да? Все, попью. Мак, ты не дерись с ним, дайте ему, блин, на мне висец. Слушай, а че если ты в хиле, а я в ретрике попробую? На ласте, наверное, не удержим танка вдвоем с друидом. Или че, или там просто держать, как ты думаешь? Да, блядь, да протопало просто. Просто я не знаю. До 8 стаков как бы нормально, а вот после 8 там начинается же скачка. Ну мы с артстайлом флешками попробуем похилить. Я не знаю, дам я больше тебя ДПС или нет, босса. Не знаю насчет ДПС в босса. А в чем принципиальная разница, почему ты хочешь ретриком? Ну, мне кажется, сливаться мобы будет побыстрее, плюс у меня стан, плюс покаяние тоже есть. Ну, так и у меня сбивание каждые 6 секунд. Покаяние не работает, как мы выяснили. Что-то мне кажется получше будет, если ты будешь хилить. У тебя хоть щиток этот висит, а у меня этот стан сало кинул вот это на 5 секунд, и стою, нихуя не делаю. Только бабл сливать. Или как-то, чтобы вы хилили там сова и ты раздавила, потому что у него хп мало было, мне 5 секунд сало. Я, если что, буду подхиливать, кричи, когда сало. Угу. Потому что у меня мгновенно может быть хилка на 6000 или на 10, если гританет. А, ну нормально. Готово, поехали. О, еще женакс. Еще женакс. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Торин, мой повелитель! Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Так, направо. Налево. Давайте в череп играем. По проводителям в первую очередь играйте. Пиздец. Да, блин. Вот два стака с проводителями идет, и все, мы проиграли. Там золотника надо так. Более, чтобы проще было. Че, давай тогда, может, в обычке, то или на потом будешь переносить. Ну, давайте просто заберем еще тогда кого-то, чтобы быстрее сливать этих от вас. Упадите там в комнате. А кого? Кто у вас меньше всего дает? Рога? Рога хоть стан может прописать пробудителя. Комбопоинт. Да, стан. Давайте, Рога тогда с нами остается. А
А смысл особо не поможет прям сильно. Ну контроль, контроль. Стан. Если он сыграет хорошо. Надолго выключить может пробудителя. Его спекой, то это уже только бомбочки убивать. Хорошо. Еще можно в три хила и башить. Типа, ты встанешь в одну точку, а я в противоположную. И Сала только на одного будет попадаться. Всегда будет один хил хилить. И рогу забрать. Да, зачем? Просто анонси, когда на тебе сало, я просто буду хилить на стоп. А он сейчас защитник рывок дал, каз сбил, блядь. Аура коня. Да, остаешься тогда. Смотри, Рога вот это под боссом под ногами стою, холипала охраняю вот это, тут мне пизды иногда дают. Я помню вас. Но вы что это? Где я? Мой повелитель. Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Налево. Так. Пробуй. Ладно. Я тогда пока покикаю этого. Направо. Этот стан, похильтесь. Опять это стан, Сало. Пидоры эти дают обыватели. Не отступать! Уничтожите их! Вот этих старайтесь сразу от меня агрить, они Сало дают, эти обыватели, блядь, пиздец. Сбивают каст сразу. Ты можешь на обывателя сбегаться к нам. Да в вас это параша летит Сало. Молот ебущий. Указ замедляет. А там сдохли два тела. Да я лпа. Аверн, ты можешь не дамажить, пока танк не поднимется наверх? Мы только хороший рандом поймали. Нет, так я встаю тебя хилить, ты бежишь дальше и убегаешь от моей ходки, они насагриваются на меня, пока все ходки тикают. Я не могу хилить вообще никого, получается. А не получишь, Эрдру будет. Подняться вообще не нагривай и все.
в этой, на арене, может он получше будет, если у него ходки висят, хоть от хил будет больше. Не знаю. Ну я хули пала ни разу не перехилил еще. А то это сало ебучее, я тебе же вставать не могу. Так и он не сможет, в чем проблема? А у него ходки висят, они постоянно хилят. Да. Дамы и Акрим, первый трэш в этих пробудителей, сыграйте точечно быстрее, их залейте и идем дальше. Акрим Большого, там уже можно вам давать ОЕшку. Потом, когда мы заходим туда в комнату, они этот в овечку превращаются, нет? Наверное, да, по-моему. Вот первый пробудитель может даже в овечку нафиг превратить, и мы бежим дальше, и вы все поднимаетесь наверх, и там уже убиваем трэш. Все забавно. Да. Заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Торим, мой повелитель! Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Направо. Налево. Уничтожить их! Хант умер. Берни его быстренько. Барнул. Моментально как-то даже прохилил. Проводи. Пробудите. Заберите, умоляю. Есть у кого? Инженерка.
Пиздец. А, давай, может, обычки уже убьем. Ну так мы и убьем. Давай, можешь попробовать тебя в хила. Можешь лучше заливаться будет. Да, мы быстро заливаем. Просто их слишком много. Нам на рандоме не фортит. Три раза, когда пробудители идут, это невозможно. Ни с каким сетапом. Хорошо, давай, я спекаюсь. Что, попробуем разок еще, да? Че, мне не трудно. Че, он релогается? Да не писал ничего. Беда. Серега, ты че там? О, здесь. Ешь еду, сова. Хан, да что тебя в прошлый раз так быстро убил, что ты даже хитать не успел? Нас сказали дело, три раза. Сейчас я готова? Да, давай. Смели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Так, кстати, сейчас здесь все поставлю. Где я? Кто ты, мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить.
Налево. Быстрее, быстрее. Направо. Налево. Пипец, нам везет. По правой стенке. Чуть-чуть не успели, кстати, на ХМ. Фара, фазы разошлись. Лок, ты чё? Так, все равно листик, а? Трижды. Могу салют дать, куда стоит. Без хэма просто вата. Кошмар, терзавший меня, развеялся. Но тьма еще не отступила от этих мессив. Она была тут? Не может быть. Она погибла от руки моего брата. И в самом деле, дурной сон, мне нужно все осознать. Мы Накс идем или дальше идем? Накс. Что, вы в обычке убили или в гере? Обычки.
Что-то у нас не получалось, Керри. Точнее, как бы в этот раз, наверное, получилось бы, но мы уже не успели. О, трещина хоть. Давайте, кому надо. Так, плохо. Хорошо, не теряю меткость. Ладно, возьмем. Возьми, у Славы все равно 39. Мы Славе щит подарили. Коллегиально. Щит-бомба, пиздец, две дырки. ГЦР стайл. ГЦР стайл и так 4 куска. В смысле? Ну, в прямом. Ну, он вырулил. Я как бы чё. Если есть у кого-то два или ему нужен четвертый, отдай. Ну, поинтересуйтесь, кому действительно надо, думаю, это пишут. Сколько кусков? Ноль кусков, у меня нет вообще. Капец. Блин, мне бы крутак, по идее, у меня было бы два тогда. Так, ребята, которые здесь... Допронос этой ульды поставлю на вторник, наверное. Чё, во фрей в хэме убили или в обычке? В хэме. У нас арена плохо прокола, мы бы и этого в гере забрали. А чё, кого открывать? Танка или кого там, блять, этого, как он называется? Ретрик? Ну, на танка... Нужен голова и грудак, это самое профитное, и взять до седьмые, то есть это плечи и кисть. Ты меч залутал, Слава? Угу. По КД падает, у меня уже два на варе, блять. Это пиздец, бля, я на ДК хочу тоже, что-то мины много. Так, ну в 25-ку, наверное, прыгнем. Дискорд. Угу.